Социальная инфраструктура ЖК «Люберцы» продолжает развиваться. Там приступили к возведению поликлиники и подстанции скорой помощи. Старт строительным работам дала торжественная церемония закладки капсулы в основании здания. Наша съемочная группа запечатлела исторический момент. В Люберцах началось строительство поликлиники на 600 посещений для взрослых и детей. Она будет обслуживать жителей микрорайона Зенина. Новое медучреждение разгрузит поликлинику номер 6 на Назаровской и сделает медицинскую помощь в городском округе более доступной. При посещении муниципального центра управления регионом большое количество и запрос жителей было на строительство социальной инфраструктуры, в том числе здесь, в микрорайоне Зенина. Четырехэтажное здание площадью почти 6 тысяч квадратных метров сможет принимать до 150 детей и 450 взрослых за смену. По соседству с новой поликлиникой одновременно построят подстанцию скорой помощи. По сути, поликлиника только застраивается, а мы занимаемся поиском врачей. Категория врач сегодня, она особая, учитывая пандемию, коронавирус. И будем стремиться, чтобы здесь работали квалифицированные врачи. Строительство поликлиники началось торжественно. В основании здания заложили капсулу с посланием потомкам. В истории развития жилого комплекса «Люберцы» это событие стало одним из ключевых. Для нас это огромный шаг вперед, которого мы добивались. Многие люди действительно ждали этого момента. Сейчас закладка. Я искренне верю в слова Владимира Петровича, что строители ускорятся. Следующим торжественным событием на этом месте станет открытие поликлиники. По словам генерального директора группы «Самолет» Антона Елистратова, объект ведут в эксплуатацию в конце 2022 года. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.